Привет! С вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения и отличного стройного дня. И для того, чтобы напомнить вам о фрукте, который помогает Москву увидать. Ну, это, конечно, смех смехом. А лайм, о нем сегодня речь, это цитрусовый из тех, которые покислее. А помните, ну, не знаю, может быть, сейчас нет этой поговорки, но когда-то я такое слышала в детстве. Кисло, аж Москву видать. Так что поели и увидали. А, ну, если серьезно, конечно же, этот замечательный цитрусовый, он наполнен всякими разными полезностями, витаминами, антиоксидантами, минералами и так далее. А, помогает разгонять обмен веществ, как любое цитрусовое, и, конечно же, дарит нам праздник, потому что ну, лайм – это даже само слово сразу наводит приятные ассоциации. Море, мохито в бокале. Поэтому хотите добавить праздник за копейки? Купите лайм, нарежьте дольками, можно даже одну посахарить и на край бокальчика с водой. В воду, кстати, тоже сок лайма немножко добавьте. И будет вам почти что мохито, особенно если туда мяту или мяту с клубникой растолочь и добавить. И на минеральной воде, конечно, лучше всего будет почти что мохито. Легкое, освежающее, если у вас дома хорошо жарят батареи, пригодится даже зимой. Вот такая стройная фишечка дня на сегодня. Пользуйтесь ей на здоровье. Никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Под видео ставьте лайк, я вас вижу. Подписывайтесь на канал, и у нас с вами все непременно получится. Будем стройны, бодры и веселы. Всего вам доброго. Пока.